Здравствуйте, уважаемые зрители портала missonet.ru. Сегодня мы с вами находимся во Дворце культуры Губернаторский. Здесь проходит грандиозное шоу. Здравствуйте. Меня зовут Валентина, информационный портал missonet.ru. missonet.ru. Мы готовы подписаться на ваш канал. Как получилось, что вы встретились, объединились вместе в этом шоу? Там Наталья позвонила, сказала, что нужно выступить. Мы уже работали, мы подъехали, а потом ребят подошли. Вот мы здесь. А кто такая Наталья? Наталья, а как ее звали? Сережа? Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Юра, Юра Валерьевич. Очень хорошо. Слышали, что вы являетесь участником проекта «Танцует», так? Да. А расскажите немного о вашем участии в этом проекте. Ну, участие было запланировано, так сказать. Каких успехов удалось достичь? Дошли до полуфинала, далее сложили звезды так, что мы теперь в другую сторону корабля. Вот, но он уже давно закончился, поэтому победил достойно, очень человек, очень профессиональный. Ну вот теперь вы выступаете в шоу, как бы вам нравится? Конечно, безусловно. Дальнейшие творческие планы продолжать это уже никогда? Конечно, нужно дальше идти, развиваться. Все посмотрим, какой выход принесет там вот эта вся история. А да. Гастроли в каких городах уже побывали? Да мы не во многих еще побывали, только начали. В Краснодаре, в Кубани. Все по странам, надеемся, так все будет пойдет. А в планах посетить еще что? Вся Россия. Везде. Весь мир, наверное, и Уфа. И Уфу обязательно. Встречаем, Дэн!